внимание. Эта игра, это максимально странная игра, в которой просто нужно собирать очки, покупать говорящих монстров, которые будут издавать такие вот звуки, приблизительно такие вот звуки. Тут у нас есть магазинчик, где мы можем покупать различных монстров, там, за разных очков. Вот у меня сейчас 502 очка, и вот оно потихонечку прибавляются, эти очки. Так. Блин, мне мешает, мне бесит этот звук. Я его вот поменьше сделаю. Например, вот это вот. Я как раз не хватил. У нас получилась такая композиция из монстров. О, вот так вот. Короче, ты можешь просто купить всех монстров, и получится огромная такая куча монстров получится. Из которой можно будет потом сделать какой-нибудь концерт. Концерт. Кринжовых монстров. Так, что тут еще потом? Взять снеговика, я даже не имею понятия, что он будет делать. Потом Мишку Тедди можно за 5000. Он самый дорогой, но он страшнее всех выглядит, как по мне. Он это вот более Скорджоу. Вот это Блэк, что это такое вообще? А, это уже эти очки нужны. Нужно собрать. Понятно. Короче, такая максимально странная игра. Которой... Ну, не особо интересная. Переходим к следующей. Итак, следующая игра у нас называется «Ударный отряд котят номер 2». Так, цель этой игры победить армию лисиц, играя за котов. Давайте попробуем. Кстати, кто, если из вас играл хоть раз в какую-нибудь из этих игр, ставьте лайк. Так, а это у нас типа сюжет. Тут какой король кошек всех. Тут какие-то синюшники сидят. Тут... Кот, у которого мешок денег, полный мешок денег. Этот король с каким-то котом стоит, смотрит на замок. Потом... И он заходит в эту дверь под названием Dressing Room. И там происходит какая-то вечеринка кошек разукрашенных. Очень, конечно, забавная история, прям очень. Так.